Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня посмотрите такой эпизод, когда вкрапление спортивной техники входит в наше движение. Нужно использовать все то, что вы когда-то умели или умеете, или производите какие-то движения в тех видах спорта, в которых вы занимались или занимаетесь, с преломлением нашей точки зрения. Смотрите, происходит физический контакт, и человек тянет к вам вот, вы делаете обычное движение, которое производят борцы. То есть это называется перевод за руку. Он тянется, а вы его пропускаете мимо себя. Обратите внимание, здесь важна работа ног. Руки захватывают ближайшую руку, которая к вам тянется. А, вот смотрите, вот руки захватывают, а ноги работают так, как мы показывали. И пропускаете его мимо себя, он вам не нужен. И тут же спуртуете. То есть, вот смотрите, я раз, и тут же спуртовал. Пока он развернется, вы будете уже далеко. Я много раз повторял, лучшая самозащита – это бег, рваный бег. Это сначала спринт, спурт, затем на длинные или средние дистанции. Равномерно бежите, дышите, посмотрите, гонится ли за вами. На этом все. Еще раз опуститесь по стрелочке вниз и заходите на наши курсы, которые мы вам предлагаем. В частности, это курс освобождения от захватов. До свидания, до новых встреч.